Максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится до 26 тысяч рублей с нового года. Об этом ТАСС рассказали в Федеральном фонде социального страхования. Сейчас максимальная сумма на 2 тысячи меньше. Для расчета пособия берется зарплата за 2 предыдущих года, но не выше предельной базы. При этом минимальный размер пособия по беременности и родам вырастет почти до 52 тысяч рублей. Сосиски и колбаса могут серьезно подорожать. Дело в том, что акциз на продукты переработки красного мяса может вырасти на 30%. Как пишут «Известия», вырученные от этого деньги предполагается направить на снижение цен на продукты здорового питания. Например, на орехи, бобовые, овощи, зелень и фрукты. В Усть-Донецком районе Южная угольная компания построит новую шахту «Саткинская Восточная» за 6,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Мощность шахты составит 3 миллиона тонн антрацита в год. К работе привлекут более 1000 человек. Проект уже прошел государственную экспертизу. Кроме того, компания занимается проектированием шахты «Саткинская Северная» на территории с запасами 232 миллиона тонн и производственной мощностью более 2 миллионов тонн в год. Как будет выглядеть новый плацкартный вагон, рассказали в РЖД. Как сообщает РИА Новости, это будут места капсульного типа. По проекту каждое место оборудовано плотными шторами, напоминающими жалюзи. Здесь же есть индивидуальное освещение, розетки и USB-разъемы. Кроме того, в поезде появятся вендинговые автоматы, а в туалетах установят душ, пеленальные столики, бумажные полотенца и фен для рук. Внедрять новшества планируют уже со следующего года. Стадион «Ростов-Арена» передадут в собственность региона уже в следующем году. Об этом журналистам сообщил министр спорта области Самвел Аракелян. В ближайшие 5 лет финансировать стадион будет федеральный бюджет. После этого он должен выйти на самоокупаемость. Бизнес-план развития арены на ближайшие годы будет разработан до конца ноября. Напомню, стоимость содержания стадиона оценивается в 200-300 миллионов рублей в год. Билеты на матч Ростов-ЦСКА начали продавать в кассах стадионов. Об этом сообщает сайт «Желто-синих». Купить их можно в кассе «Олимп-2» и «Ростов-Арены» и в фан-шопе. Они работают каждый день с полудня до 7 вечера. Самый дешевый билет можно приобрести за 350 рублей, самый дорогой – за 10 тысяч. Для пенсионеров действует скидка в 50%. Сам матч состоится 2 декабря в 16:30. И напоследок, Новый год совсем близко. В Ростове местные жители заметили мужчину в костюме Деда Мороза, который привез на автомойку сани, сообщается в одной из городских групп в социальной сети. Сотрудники автомойки попытались войти с колоритным гостем в контакт, но тот наспех помыл сани и поспешил ретироваться. В сети горожане к кадрам отнеслись с юмором. Многие из них отметили, что как-то рано Дед Мороз начал подготовку к празднику. В Ростовской области увеличился размер взноса на капитальный ремонт. Изменение стоимости произошло в октябре. Ранее жители многоквартирных домов платили 7 рублей 17 копеек за квадратный метр. Сейчас на 38% больше – 9 рублей 92 копейки. Это на самом деле такая вот была вынужденная мера, которая позволит фонду в следующем году сделать капитальный ремонт тех домов, которые запланированы. Вот идет ведь нарастание. Если у нас в этом году чуть больше 1000 домов, в следующем году уже около 2000, то есть почти на 100% увеличение. При растущих объемах капитального ремонта не должно страдать качество работ, отмечают эксперты. Поэтому затраты, соответственно, увеличиваются. За 5 лет минимальный размер взноса на капремонт изменялся 3 раза. В последний раз в 2016-м. После повышения в октябре цену в 9 рублей 92 копейки заморозят на 3 года. У нас есть понимание, мы рассчитали нашу программу на ближайшие годы вперед. Мы понимаем, что на ближайшие годы нам денежных средств хватит с учетом того взноса, который сейчас установлен. Более чем 1600 многоквартирных домов в следующем году. Мы приступим в полную, что называется, в полную силу уже капитального ремонта 2019 года. А сейчас мы ждем от наших собственников протоколов, тем, кому мы направили предложение о проведении капитального ремонта, протоколов согласия на проведение капитального ремонта.
Напомним, за последние 3 года действия программы в Ростовской области отремонтировано более 1800 домов. Стоимость всех проведенных работ – 7 миллиардов 700 тысяч рублей. Из них больше 2 миллиардов – финансовая поддержка от правительства региона, а 5,5 миллиардов – взносы жителей.